Привет! Продолжаем изучать теорию игры в покер. Правильный учет аутов и их дисконтирование помогает точнее оценивать шансы и принимать верные решения. Ауты — это карты, которые могут улучшить вашу руку до выигрышной комбинации на следующих улицах. Пример. У вас червовая четверка и червовая пятерка, на флопе червовый туз, червовая семерка и бубновая двойка. Вам не хватает еще одной червовой карты до флеша. В колоде осталось 9 червовых карт. Всего 13 червей, минус 2 у вас и минус 2 на флопе. Значит, у вас 9 аутов на флеш. Дисконтированные ауты – это ауты, которые теоретически могут улучшить вашу руку, но на практике не всегда дают победу. Их количество уменьшает, потому что, во-первых, оппонент может собрать более сильную комбинацию, а во-вторых, некоторые ауты могут быть мертвыми, то есть уже сброшенные или они у противника. Пример. У вас пиковая восьмерка и пиковая девятка, на флопе червовая семерка, червовая десятка и трефовый туз. Вам нужна шестерка или валет для стрита, 8 аутов. Но если у оппонента 2 червовые карты, то ваша шестерка и валет червей дадут вам стрит, но ему флеш. Значит, 2 аута на черви могут быть дисконтированы, так как не гарантируют победу. Когда учитывать дисконтированные ауты? Во-первых, если оппонент может собрать флеш или старший стрит. Если доска парная и вы ловите трипс, но у оппонента может быть фулл-хаус. Итог. Ауты. Все карты, которые улучшают вашу руку. Дисконтированные ауты. Ауты, которые могут не привести к победе, поэтому их считают неполноценными.